Сегодня мы как раз поговорим о безопасных инвестициях и невероятных доходах. И действительно, на сегодняшний день это так просто. Почему? Потому что мы живем в веке превосходных возможностей. Возможностей предоставляется очень много, да? Но, естественно, нужно в этих возможностях разбираться. Потому что есть и те возможности, которые не приводят человека к результату, а просто отнимают его время, усилия и деньги. Так вот, давайте сделаем краткий обзор и посмотрим вообще, что происходит в этом мире. Увидим некое такое видение вообще на бизнес и что вообще происходит. Итак, давайте смотрим. Экономический кризис сейчас привел к всплеску безработицы среди молодых специалистов. Очень много людей сейчас, по сути, не имеют возможности найти хорошую высокооплачиваемую работу и, по сути, такой возможности у них нет. Почему? Из-за несоответствия полученных знаний, да, и востребованностям бизнеса работодатели закрывают практически двери перед всеми выпускниками, потому что многие предприниматели, они берут людей с опытом на работу. Итак, поставлю сейчас, чтобы не отвлекал нас чат. Итак, что мы сегодня видим? На сегодняшний день в упадок традиционных отраслей производства возникает конкуренция между человеческим ресурсом с роботами. Мы видим, как сейчас заменяется человеческий ресурс робототехникой, и человеческий ресурс, он ненадежен. И в основном практически одним производством может управлять один компьютер и один человек. Что же происходит в будущем? Мы замечаем, что изобилие товаров растет очень большое количество, но, к сожалению, качество становится тоже лучше и цены дешевле. Но проблема какая? Что работы становится все меньше, и человек не может позволить себе купить эти товары. То есть все больше и больше человеческий ресурс становится невостребованным. И производство делают практически роботы. И мы идем к некому кризису безработицы. Если вы посмотрите в Гугле статистики по безработице, вы увидите с каждым годом, насколько увеличивается безработица в странах. Ну, естественно, вот сейчас хорошая статистика по работе, это, естественно, в таких странах, как Китай и Япония, да, потому что, по сути, там все и производится. Экономика Японии растет каждый час, и если так смотреть, то Китай и Япония может обеспечить сегодня весь мир. И люди, по сути, не конкурируют вот в наших странах, да, товары, которые сейчас есть, они, по сути, не конкурируют с товарами, которые сейчас есть в ближайших зарубежьях. И из-за этого происходит некий кризис в странах. Дальше. Даже крупные компании сегодня объявляют о банкротстве. Мы видели, как с рынка ушли такие компании, как Kodak, Chrysler. Все мы помним компанию Kodak, да, еще недавно вроде проявляли там фотографии, но, к сожалению, сегодня этой компании на рынке нету, да, такой крупной компании, как Chrysler. Очень много сетевых компаний уходит с рынка. Такие мы видели, как закрываются на наших глазах Telex, Rizik, Rivers и ряд компаний подобных, которые просто уходят с рынка. И люди просто сейчас понимают, что они в опасности. Чем, каким бизнесом заниматься? Сегодня начну заниматься одним бизнесом, а через год-два он просто объявит о банкротстве по какой-то причине или его закроет государство. И многие люди в таком недоумении, вообще в растерянности, что же делать, как дальше жить, и что происходит. Время долгосрочных стабильных инвестиций, по сути, истекло. Почему? Потому что чем активнее обращаются ваши финансовые средства, тем ниже ваши риски и ваша прибыль. И нам нужно понимать, что сам Роберт Киосаки, он говорит, вопреки расхождениям рекомендаций финансистов, что советуют многие финансисты, да, которые касаются безопасности долгосрочных инвестиций и финансовых сбережений, Киосаки советует увеличивать скорость денежных активов, находящиеся у вас в собственности. Друзья, я вам скажу
то же самое, что деньги – это ваша жизнь, за которую вы потратили определенный отрезок времени. Вы потратили время на то, чтобы получить эти деньги. И когда вы эти деньги отдаете, то вы, по сути, отдаете свою жизнь под ответственность других людей. Я всегда говорю, что своими деньгами вы должны управлять сами, а не кто-то, какие-то фонды, которые вы отдали и не знаете, кто за этими фондами стоит. Естественно, время долгосрочных стабильных инвестиций истекло, и многие люди понимают это, и многие люди, которые думают, что сейчас я проинвестирую, а через год там получу прибыль, к сожалению, иногда не дожидаются своей прибыли. Потому что сегодня все очень скоротечно. Давайте посмотрим, что сегодня вообще у нас в мире возглавляет первые рейтинги позиций в интернете. Это так называемые приложения. Приложения или какие-то поисковики, то есть это инфопродукты. И кто смотрел в базе знаний мой тренинг, куда уходят деньги, то там я говорил, что сегодня будут работать и взаимодействовать с людьми так называемые приложения, так называемая платформа определенная, которая взаимодействует с поставщиком и взаимодействует с клиентом. И вот мы будем тоже сегодня говорить о некой платформе, где мы можем инвестировать тоже в такие приложения и быстро зарабатывать деньги и мало того еще получать ежедневные дивиденды. То есть это очень хорошая возможность, позволяющая нам заработать очень хорошие деньги на очень коротком сроке. Я буду приводить пример. Итак, информационные технологии открыли для нас сегодня новые пути для успешного ведения бизнеса. Сегодня очень много возможностей предоставляет нам интернет-ресурсы. И, как показывает практика, благодаря уже той же маркетинговой системе, которая продвигается наш бизнес, люди в шоке от того, насколько мы поставили систематизацию бизнеса, где идет поток клиентов, где человек не знал, где взять людей, а сегодня он может пригласить за один день больше 100 человек в первую линию. Мало того, что пригласить, они сами обучатся, посмотрят презентации и уже сами с вами свяжутся. Итак, бедные люди употребляют всегда такие слова, как «невозможно», гораздо чаще, чем те, кто преуспевает. Тем самым блокируют свой мозг, что приводит к стрессу и депрессии. Богатый папа в свое время начинал фактически с нуля, но у него была мечта и план ее достижения и видение будущего. Друзья, сегодня мы вам покажем вообще план достижения своей цели, покажем мечту, может быть она у кого-то умерла, но сегодня она возродится, и покажем вам видение будущего, для того, чтобы вы могли видеть перспективу развития рынков и понимать, что да, здесь есть возможность состояться и осуществить свою мечту. И я знаю, что все в мире не случайно, жизнь она предсказуемая, все существует по определенным законам. И если вы сегодня здесь находитесь, то вы уже и притянули ту возможность, которая сегодня вам предоставится. Но многие люди идут в своей жизни двумя путями. Это первый сценарий, я называю сценарий утки, которая ищет какие-то работу, которая постоянно крякает и обсуждает правительство, людей там, и так далее, которая просто как марионетка ходит на работу и всем недовольна. Она крякает постоянно, потому что ее все не устраивает, доходы не устраивают, зарплаты маленькие, пенсии маленькие, то не платят. Естественно, это путь развития такого человека. Но есть другой путь развития, это путь свободного человека, который независимо от определенных обстоятельств и в стране, в которой он находится, он как орел парит в небе и достигает побед и наслаждается жизнью. То и давайте рассмотрим теперь этих два пути развития, которые сегодня предоставляются каждому человеку. Первый путь – это стандартный путь, по которому движется 95% людей. То есть я всегда говорю, если человек не планирует свое будущее, то он планирует свою неудачу. И если человек не научился продавать, создавать себе источник дохода, то он продается. Он продается за копейки. Давайте рассмотрим цена сегодня человеческой жизни. Многие люди, закончив свое образование, они ищут работу. И не имея опыта, им дают жалкую зарплату. Ну, например, $300 – это доход студента, который проходит какой-то испытательный срок. Так вот, $300 умножить на 45 лет равняется $162 тысячи цена человеческой жизни.
Многие люди получают $500 умножить на 45 лет, то это цена жизни 270 тысяч долларов человек получает за всю свою жизнь. Ну и если человек думает, что я хорошо зарабатываю, у меня $1000 в месяц, то я хочу сказать, это путь бомжа, потому что за 45 лет человек не может купить свою собственную квартиру, отдыхать хотя бы 2 раза в год. То есть человек может только получить свое собственное жилье, это когда дождаться смерти родителей и получить его в наследство. Ну и впоследствии, как расходный материал, человека выкидывают на пенсию, и он доживает свои дни за жалкие гроши. То есть, естественно, это путь стандартный, где человеку определили в процессе жизни определенный минимум, и он пытается на эти деньги выжить. Но есть другой путь людей, это путь людей, которые имеют свою определенную мечту. Да? Я всегда говорю, что самое главное вообще в жизни – это иметь свою мечту. Но многие люди так и не просчитывают ее. Но если вы даже просчитаете элементарные вещи, вот я всегда, у меня всегда была мечта, и я ее просчитал, и я думал, сколько же мне надо денег для того, чтобы осуществить определенные, ну, базовые потребности человека. Это определенный дом, какой-то нормальный интерьер, небольшой какой-то там лодку себе, катер, скутер, машину, страховку, путешествия 2 раза в год, какие-то развлечения по выходным с семьей, да, одежда, украшения, там определенные часы, техника, спортлайф, это то есть медицина, тренинги, то есть это все, что необходимо для жизни человека, да, мы видим, что здоровье, тренинги, обучение, правильное питание, это все нужно для человека. Но я думал, если я буду зарабатывать $1000 в месяц, то цена моей жизни составит $540 000, я никогда не осуществлю свою мечту. Я начал просчитывать, сколько же мне нужно для того, чтобы получать определенный доход, для того, чтобы осуществить свою мечту. Все, что видели на картинках, оно просчитано в течение там 10 лет. Мы видим, что в течение 10 лет, чтобы осуществить свою мечту, то в год нужно зарабатывать $259 000. Это в месяц составляет $21 000, что составляет суммарный доход в день $719. То есть, когда я начал просчитывать эти цифры, в моей жизни начали притягиваться те направления, которые позволили сегодня мне осуществить эти доходы. На сегодняшний день, благодаря направлениям и поиску, доход составляет сегодня от той же рендер-фермы от 100 до $1000 в день, друзья. И это лишь потому, что не то, что я этого пытался достичь. Нет, это есть законы определенные. Если у вас есть определенный план, то жизнь вам предоставит все те возможности на то, что вы способны сами себе нарисовать. Послушайте, наш мозг так устроен, что мы осуществляем в жизни то, что сами можем себе нарисовать. Если мы в жизни себе ничего не можем нарисовать, то жизнь нам ничего не дает. Потому что так устроена Вселенная, так устроены законы и так устроен мы сами, потому что мы созданы по определенному образу, да, и подобию Бога, да, и сам Бог сотворил эту землю, то же самое позволил творить и нам. И если мы в своей жизни не можем сотворить свою жизнь, то чего мы тогда ждем от жизни? И когда я сотворил свою жизнь, я понял, что нам нужно определенный теперь план. То есть у нас есть мечта, теперь нам нужен план достижения. План достижения нашей жизни, он очень простой, любой простой человек, который сегодня есть на этой конференции, он достигнет своих целей. Но надо начать с простого. На тренинге, кто был на тренинге, если не были, посмотрите в базе знаний системы Grand Union, да, вообще как достигаются и просчитываются все ваши числа, ну, финансы. Многие люди хотели там в день $100, $500, 1000, я им показал, как заработать $10 000 в день. И они поняли, что это реально, потому что, как сказал мой партнер в начале видео, бизнес – это определенная статистика. Если вы ее отрабатываете, вы получаете доход. На школе мы показываем, как отработать статистику и получить результат. Так вот, первый шаг, с чего мы должны начать? Я хотел спросить, есть ли тут люди, которые сегодня первый раз? Поставьте единичку, пожалуйста, кто первый раз сегодня и слышит эту презентацию, потому что мы здесь будем говорить
о больших деньгах, и чтобы я понимал, сколько людей здесь новичков, чтобы вас не шокировать, потому что многие люди не верят вообще то, что здесь происходит. И я вам сегодня предоставлю неопределенные факты, которые здесь происходят, и вы увидите. Но перед тем, чтобы начать, да, я вижу много людей здесь. И я вам хочу сказать, что самая хорошая новость, что у нас зарабатывает каждый человек. У нас нету ни одного человека. У нас даже ребенок зарабатывает. И вы можете у нас посмотреть отзывы в системе Grand Union, отзывы партнеров, где у нас дети даже зарабатывают деньги. Почему? Потому что бизнес, он простой. Так вот, у нас будет с вами определенный план развития. Первый план развития – это первый шаг, стартап. Это где мы вам дадим маркетинговую систему, вы запустите по пошаговому обучению трафика и привлечете себе первый поток клиентов. Я вам хочу сказать, два клиента дают вам $340 сразу же, при этом на автомате, если вы используете систему Grand Union. Второй этап – это наша с вами будет задача, это следующая школа, где мы вам покажем, как построить бизнес и выйти на доход там $1000 в день. То есть мы будем показывать, как это осуществлять. Ну и третий этап развития, это школа для VIP-партнеров, это инвестиционная школа, мы уже будем показывать, как уже начинать инвестировать, никуда не отдавая свои деньги, потому что я уже говорю, сейчас время долгосрочных инвестиций истекло, вы должны сами управлять своими финансами и инвестировать в проекты, которые быстро дадут вам возврат. Инвестора всегда интересует одно, скорость возврата моих средств. Если скорость возврата моих средств маленькая, этот проект перестает вообще интересовать любого инвестора. Так вот. Пути развития я вам показал. Следующее, что нужно знать вообще в бизнесе, тренды и направления развития рынка. Друзья, сегодня мы показывали, что многие компании сегодня вообще уже ушли с рынка, и мы видим, как развивался вообще тренд бизнеса. Раньше были 90-е годы, это сетевой маркетинг вошел на рынок. И вот те люди, которые сформировали в тот момент определенную сеть и получают сегодня определенный доход. Дальше люди начали пробовать себя в инфопродукте. 2004 год. Люди начали думать, ну что ж, товар дорого стоит, затратная часть есть, а инфопродукт не имеет затратной части. И люди начали продвигать инфопродукты. Но инфопродукты в интернете обесцениваются, потому что сегодня все в интернете можно найти бесплатно. Дальше люди поняли, что зачем нам вообще деньги нести в какой-то товар и продукт, давайте создадим какие-то маркетинговые схемы, финансовые схемы, и будем просто зарабатывать на таких финансовых схемах. Но так как в этих схемах руководствуется человеком алчность и жадность, то такие финансовые программы, я их называю пирамиды, да, они закрываются буквально 6-максимум 1,5 года, и люди потом теряют свои деньги, проклинают своих родных и близких, кто втянул их в эти проекты, и, естественно, терпят урон и заканчивают, естественно, плохо, потому что финансы, я вам хочу сказать, это не состояние вашего кошелька, а финансы это состояние вашего ума. Если вы растете, то финансы растут вместе с вами. Если вы не растете, ищите легких путей, поверьте, вы потеряете и то, и другое. И честно говоря, мы воспитаны так. Многие все смотрели сказку про Буратино, да, страну дураков, как он пытался закопать свои монеты и вырастить дерево. Вот сейчас таких программ куча в интернете. Дальше идет развитие различных телекоммуникационных программ. Но эти программы тоже изживают себя быстро в интернете, и таким образом такие программы быстро заканчиваются. И вот сейчас пришло время микроплатежей, время многоуровневых направлений, многосторонних направлений, потому что мы понимаем, что любая сетевая компания, развитие на рынке 2 года, и она идет на спад. Все. Те, кто успели за 2 года сформировать, если продукт интересен и востребован, то еще он получает какие-то доходы. Ну а в основном компания закрывается и, естественно, терпит урон на том или ином рынке. Так вот, на чем мы делаем деньги? На том, что человек всегда и так потребляет. Каждый человек хочет развлекаться. Без чего сегодня не может жить человек? Первое. Это без развлечений. Сегодня век развлечений. Мы видим, что очень много фильмы, игры, различные
программ различных развлекательных есть в интернете. Очень много людей развлекается в интернете за счет различных развлечений. И без этого сегодня не может мир. Без чего еще не может мир? Без медицины. Здесь мы предоставляем онлайн-клинику и ряд направлений, связанных с медициной. Дальше, без чего человек еще не может? Без общения. Вот это самое важное. Каждый человек из вас пополняет свой мобильный телефон. Попробуйте сегодня прожить один день без мобильного телефона. То у вас начнется некая такая ломка, что вы как-то скованы, вы как-то, ну, вас чего-то лишили. И вот без общения сегодня не может же человек. Это тоже одна из потребностей, которые есть у нас в нашем направлении. Также человек не может жить без жилья, также без компьютера, без какой-то социальной программы защищенности. Ну, страхование в наших, в различных странах, она сейчас теряет актуальность, но в основном в Европе, в разных странах это необходимость. То есть на вот этих вечных потребностях мы строим бизнес, друзья. И получается, что в нашем бизнесе не различные сетевые компании, которые платят нам все деньги, все платят. Врачи платят, сетевые компании Биомедис, Лидомед платят, телекоммуникация Билайн в Украине Лайв платит, Рендер Солюшн компьютер платит. Но сегодня мы поговорим только об одном направлении, потому что это направление на сегодняшний день самое трендовое. И вот на этом трендовом направлении мы строим один вид бизнеса, а получаем доходы со всех видов бизнеса. Вот это уникальная возможность, когда вы выстраиваете одну сеть, а на этой сети десятки сетевых компаний, и все вам платят, если человек потребляет тот или иной продукт. Я вам хочу сказать, что такого бизнеса вам в жизни еще никто не предлагал. Вы отдыхаете, а ваш компьютер за вас работает. Я вначале не зря говорил, что сегодня производство заменит людей роботами. Но даже я заметил то, что в сетевом бизнесе нам дают доход компьютеры. Уже даже в сетевом бизнесе товарооборот делают нам компьютеры. И это предложение на рынке еще не было. И когда я понял механизм вообще работы, то есть есть вечные потребности жизни человека, да, есть трендовое направление. Мы строим направление, все компании нам платят. Кто-то пополнил мобильный телефон, вы получили. Кто-то обратился к врачам, вы деньги получили. Кто-то купил продукцию компании Лидомед Био, там, биорезонансной терапии или диагностика, вы получили деньги. Кто-то купил страховку, вы получили деньги. То есть вы в одном бизнесе, строя на трендовом одном направлении, получаете доходы со всех направлений. Давайте посмотрим преимущества компании Genetor. Обычный MLM бизнес, да, например, связанный с БАДами. То есть человек в эту компанию приносит деньги, и он приносит деньги каждый месяц, делая определенную активность, потребляя определенный продукт, закрывая определенную квалификацию. Но мало того, это очень тяжелый бизнес, чтобы выдержать постоянную квалификацию и для того, чтобы делать определенный объем продаж. Мало того, что у вас нету 100% активности в сети, потому что вас повторить могут только единицы. Всего лишь 5% людей могут повторить такую же активность, которую, или такие же продажи делать, которые повторяете вы. То есть основной доход у человека идет от продаж, да, и если ему выстроилось, получилось в сети, то в сети мало людей, кто вас повторяет, то есть единицы. То есть сеть, по сути, она не приносит больших доходов, потому что не каждый может потреблять тот или иной товар на 100-200 евро, или не каждый может продавать, то есть есть очень много «но». Также есть мертвые сезоны, да, если это путешествие, то этот бизнес развивается только летом, например. То есть мало того, что если происходит перенасыщаемость рынка, то вы получаете доход с одной компании. Все, рынок перенасытился, продукт стал не актуален, например, да, или его меньше потребляют, то доход вы получаете с одной компании. Что же происходит в компании Genetor? Нет обязательных ежемесячных закупок. Вы купили один продукт, который приносит вам деньги. Если там вы купили продукт, вы потратили свои деньги, здесь вы купили печатную денежную машинку, которая приносит 200% годовых только от рендеринга вашего компьютера. Третье, самое главное, услышьте меня, 100% активность в вашей сети. Друзья,
каждый включает компьютер, а если каждый включает компьютер, то у нас в сети идет товарооборот. То есть компьютер выполняет определенные задачи и 30% распределяется по сети. Четвертый, постоянно растущий доход от сети, потому что здесь чем больше компьютеров, тем больше вы получаете. И об этом я буду дальше показывать. И пятое, нет сезонности. Нет сезонности. Почему? Потому что если вы отдыхаете, вы всегда кто-то с ноутбуком, с компьютером, он всегда где-то в соцсетях или еще что-то. То есть, по сути, компьютер включает или компьютер берет с собой для того, чтобы также получать какую-то информацию, общаться в соцсетях и так дальше. И самое основное, доход с разных компаний в одной сети. Вот это самое тоже интересное. Строя одну сеть, мы получаем доходы с нескольких компаний. Но мы сегодня говорим об одном. Что же такое рендер-ферма? Мы видим, что сегодня мир развлечений. Очень много компаний, очень много фильмов выходит в 3D-графике. И вот «Геркулес» последний фильм, там еще фильмы, которые сейчас, там «Трансформеры», там «Планета обезьян». Все вы видите, что фильмы выходят в определенной 3D-графике. И сегодня миру не хватает мощностей компьютера для обработки этого видео. Вы устанавливаете себе на компьютер вот такой проект Jam, который будет скоро на айфонах, на планшетах, он будет везде и у каждого. Это такое приложение, которое приносит вам деньги. Вот вы видите, у меня на компьютере две рендер-фермы. Вот сегодня они заработали $6.99, вчера заработали $9. Всего было заработано вот за 3-4 месяц $583. Это при том, что я ничего вообще не делаю. Просто запускаю программки, и они сами себе приносят мне доход. То есть вот так работает наша программа. То есть сколько это денег приносит, но я вам хочу сказать, в среднем $2-4 в сутки в течение 360 дней это $1460 в год. То есть это 200% годовых. Друзья, никогда ни одна финансовая пирамида не приносила и не выдерживала такой срок работы. То есть многие люди говорят, да это какая-то финансовая пирамида. Друзья, мы работаем уже четвертый год. Финансовая пирамида, если бы это была, она была бы только в течение полугода или года. Мы работаем четвертый год. Теперь давайте посмотрим вообще рентабельность этого бизнеса. Вот, например, у наших партнеров, у нас в центре офис на Красноармейской, стоимость этого офиса мы снимаем в городе Киеве $1100. Это квартира в центре Киева, которая стоит $1100. И сегодня она приносит в сутки владельцу $50 в сутки. Если рассмотреть соотношение с рендер-ферм, то всего лишь 10 рендер-ферм, которые затрачены $5799, то и умножить в среднем на $4, то в сутки выходит $40. Представьте, друзья, что 10 ферм ценой в $5799 сегодня окупают офис в Киеве, который стоит $1 100 000. Давайте посмотрим на такую ситуацию, что даже в тот момент, когда у нас сегодня время отпусков, да, рендеринг чуть-чуть спад пошел, потому что у всех во время отпусков есть спады, но у нас компьютеры работают активно, работает и всем приносит доход. Так вот, с такой доходностью, многие вам пишут, окупается 10 лет, если даже больше окупается, квартира, она окупается более 15 лет и так далее, то давайте рассмотрим, если мы будем сегодня делать, вот даже у некоторых пишет 16 центов в сутки, даже 60 центов в сутки, даже брать, да даже если брать 30% в сутки, друзья, то процентность бизнеса 35% в год. Я вам хочу сказать, даже при такой доходности это намного рентабельнее, чем квартира в Киеве, которая приносит $50 в сутки. Представьте себе, где вы видели такой продукт, который вы купили, а он вам деньги приносит. Многие люди сейчас подтвердят, если кто-то работал в сетевой компании, скажите, пожалуйста, сколько вы внесли денег в тот или иной продукт, который сегодня, возможно, лежит или вы его скушали, и сколько денег было заморожено. Никакой продукт денег не приносит. Если есть такие люди, которые занимались там различными сетевыми компаниями, покупали какие-то пакеты по 200, по 1000 долларов, $900, вот кто-то купил товары, кто-то на $1500, можно еще кто-то какого-то купил товара.
И денег он не приносит, друзья. У нас приносит деньги даже детям. И вот это очень радует. Давайте рассмотрим дальше. Если вы никого не приглашаете, уникальный потоковый маркетинг позволяет нам зарабатывать доход от усилий ваших лидеров, которые стоят в потоке. Вы никого не пригласили, вы 20 долларов получили. Опять кто-то кого-то пригласил, вы 20 долларов получили. И вот здесь, друзья, я вам хочу сказать. Те люди, которые сегодня стоят в бинаре и, возможно, еще не проплатили, зайдите в свои команды, посмотрите, какая у вас выстроилась структура, и поймите, что вы теряете деньги вообще от товарооборота и работы ваших лидеров. По 40 долларов вы теряете постоянно от проплат ваших лидеров. И это классный маркетинг, который стимулирует человека, который никого не пригласил, зарабатывать уже деньги. Но если вдруг вы порекомендуете своим знакомым и друзьям такую денежную машинку, то вы получите сразу же премию 100 долларов. Плюс еще по маркетингу, я сегодня не буду объяснять, потому что для этого у нас есть пошаговое обучение, где вы можете посмотреть маркетинг. Плюс за 6 человек в сумме, да, если вы сделаете это за 5 дней, то вы получите и пригласите двоих, и те двое по двое, то есть в сумме 6 человек, то вы заработаете, я сейчас вам скажу, примерно 480 или 440 долларов по разнице в потоке, где вы стоите. Друзья, за двух личных приглашенных получить такую сумму просто это потрясающе. Таких доходов еще никто как бы не платил. Плюс компания каждый раз вывозит вас в лучшие путешествия, курорты в мире. Самые дорогие курорты. Почему дорогие? Очень многие люди говорили. А почему вывозите на такие дорогие курорты? Да потому что, друзья, у нас за первую неделю люди позволяют себе купить любую путевку. Тот же Египет, Турцию и так далее. И она сказала, что мы вас везем только самые лучшие курорты мира. Потому что дешевые путевки вы за первую неделю сами себе можете купить. Как один партнер у меня за первую неделю заработал 1500 долларов и пропал. Ему звонят его партнеры, систему рекламу запустил и уехал отдыхать. Ему звонят и говорят, дозвониться не может. Я ему звоню, он говорит, а я говорю, спрашиваю, где ты пропал? Он говорит, Юра, ты не поверишь, 5 лет вообще с женой не отдыхали. Постоянно как проклятые пахали. Мы заработали эти деньги и решили на недельку отдохнуть. Замени меня, пожалуйста. То есть я очень понимаю этого человека, который 5 лет не отдыхал, и он поехал себе, купил путевку, заработал за первую неделю. Так вот, компания нам позволяет ездить с ней каждый год такие путешествия, как Сингапур. Вот мы здесь с нашей командой в Сингапуре. Сейчас мы летим в Доминикану для того, чтобы отдохнуть и попасть в окружение нашего руководства, лидеров, людей, для того, чтобы пообщаться и сделать еще большие результаты. И естественно, вот многие люди пишут, как я вас понимаю, я сам оставил столько денег, кто-то в FIFA 17 тысяч, кто-то еще где-то. Друзья, если бы вы накупили на эти деньги рендер фирмы, вы бы сегодня имели 50 долларов в сутки и вообще бы не переживали за свой источник дохода, никого не приглашая и никому не рассказывая. Это потрясающий доход, и вот об этом я сейчас поговорю. Вот те люди, которые еще строят сети, то есть создают рендер фермы, да, у моего знакомого там 5 компьютеров, у других знакомых 5 компьютеров. Я говорю, возьмите на свои компьютеры по 10 рендер ферм. И вот с этих ферм в сети я также получаю 30%. Таким фермы приносят по 50 долларов в сутки, а мне от их ферм приносит 30% дохода. И вот многие люди даже не понимают, у них в структурах по 700, по 100, по 200 человек. Сеть, структура приносит огромнейший товарооборот, а эти люди сидят и даже не думают, что мимо них проходят очень большие деньги. Так вот, друзья, теперь смотрите, если никто ничего не продает, я даже всегда говорю людям, послушайте, не важно мне, будете вы работать, нет, вы купили себе инвестиционный продукт, он вам приносит деньги, но я, моя цель, я думаю, что здесь я найду таких единомышленников, как и сам, которые хотят иметь минимум доход 50 тысяч долларов в месяц. И вот цель
каждого из нас, это построить сеть из 10 тысяч компьютеров, которые будут приносить ежемесячно 46 тысяч 300 долларов ежемесячно от того, что люди просто включают свой компьютер. И вот здесь самое интересное. Я всегда говорю, что в нашей сети активность 100%. Не у всех компаниях активность 100%. Единицы работает, а у нас 100%, и это приносит потрясающий результат. И всегда говорю, что нужно смотреть на факты. Давайте посмотрим отчет компании за 4 месяца работы. За весь период существования рендер-фермы 4 месяца было выплачено 890 тысяч долларов 157. Представьте, друзья, это было выплачено. А вот за только за 20 июля, это летний период, когда все отдыхают, где спад в компаниях, было начислено 179 тысяч 448 долларов. Я всегда говорю, что бизнес, ну, это просто статистика. Мне нужна просто отчетность, чтобы понять, бизнес работает или нет, как он себя ведет. И когда я вижу цифры, я начинаю понимать вообще доходность бизнеса и, естественно, также участвовать в таких доходностях. Очень многие люди уже позакрывали в первой линии, вот смотрите, бонус за лично приглашенный. 12 300 долларов и 1450 долларов было начислено на Доминикану. То есть это люди, которые позарабатывали за очень короткий период такие деньги. Ну и, естественно, вам всем бесплатно предоставляется полностью автоматизированная система бизнеса, где в пошаговом обучении показано, что нужно сделать, чтобы создать поток клиентов, чтобы эти люди на автомате изучили презентацию и вошли уже в наш бизнес. То есть сама система, она автоматизирована. Вы запускаете трафик, одностраничный сайт формирует потенциальных клиентов, внутренний кабинет рассказывает за вас круглосуточно 24 часа о бизнесе и обучает человеку, что нужно сделать для того, чтобы получать уже доход. И все на автомате. И мало того, что эти люди повторяют точно так же. И тут происходит самое главное, я вам хочу сказать, мультидубликация. Никогда в сетевом маркетинге сложно добиться дубликации. Дубликация – это единичные случаи, которые вас дублицируют. А мультидубликация – это практически все люди, которые работают по системе, они легко повторяют и проделывают те же действия. И таким образом мы в бизнесе добиваемся мультидубликации. За 4 месяца потенциальных клиентов в нашей системе уже сегодня 63 или уже 64 тысячи людей. Но многие люди еще не поняли, где они оказались и куда они попали. И вот здесь мы видим поток клиентов, который идет в течение дня. Вот мы видим за 31 число, да, мы видим с рекламных площадок, которые мы показываем, идут люди там. Там разные люди, какого числа пришли, с какой площадки. Телефоны, контакты, система с ними работает. Ваша задача только с ними связаться и по определенную скрипту разговора просто заключить сделку. Так вот, друзья, 10 звонков, с 10 звонков вы делаете 2 сделки и получаете 340 долларов. А это следовательно, если мы разделим 10 звонков на 340 долларов, один звонок вам стоит 34 доллара. Даже если человек вам сегодня говорит, мне это не интересно, вы 34 доллара зарабатываете. Это определенная статистика, которая отработана уже нашими партнерами в команде, которые получают уже сегодня такие результаты. И я вам хочу сказать, что такой работы вам еще не предлагал никто, чтобы сделать один звонок и 34 доллара получить, а звонок длится всего лишь 2-3 минуты, которые нужно сказать по определенному тексту, который за вас уже и прописали. Вот и весь бизнес, друзья. И давайте рассмотрим, что сегодня за последние 10 лет интернет выросло пользователей практически в 5 раз. В 2015 году глобальный IT-рынок может достичь 3 триллионов долларов. То есть мы видим, насколько развивается этот рынок. И вот сегодня, помимо рендер-фермы, я хочу затронуть сегодня наше предложение Джем, где многие люди начинают участвовать в системе краудфандинга, в разработке приложений, то есть определенные платформы, которые будут взаимодействовать просто с обычными клиентами через смартфоны, айфоны, андроиды и так далее.
То есть вы можете поучаствовать в инвестициях, но это мы уже будем отдельно на школе, либо в пошаговом обучении, посмотрите раздел «Как стать миллионером», и мы вам покажем. Так вот, разработка GEM еще не закончилась. Она продолжается, потому что здесь будет еще за входящие звонки, то есть она будет на мобильных телефонах, то есть за каждый входящий звонок вы будете получать деньги. За каждый включенный компьютер вы будете получать деньги. Вы можете использовать здесь IP-телефонию бесплатно, зашифрованный разговор, то есть здесь взято все самое лучшее из WhatsApp, Viber, таких приложений, которые проданы были за миллиарды долларов в интернете. И мало того, что это приложение разрабатывает те же разработчики, которые разрабатывали Viber. И инвестировать с профессионалами – это просто потрясающе. И вот здесь у вас есть возможность. Вот такой возможности был лишен Тимофей Мартынов, который упустил возможность заработать 2 миллиарда долларов на акциях Сбербанка. Сегодня акции Сбербанка в валютном выражении за последние 19 лет выросли в 10 раз. Еще один удачного и неудачного миллионера. Технический директор компании Apple Боб Масфилд недавно продал на бирже около 35 тысяч своих акций за 20 миллионов долларов. Друзья, и такие же акции вам даются сегодня в подарок. И вот есть такой же уникальный человек, который, да, мы видим, в апреле 1976 года Рональд Уэйн отказался от компании, которую помог основать, продав свою долю всего за 800 долларов. Эта начинающая фирма называлась Apple Computer Company, то есть 10% акций, от которых в свое время отказался Уэйн, сейчас оценивалось бы примерно в 2 миллиарда долларов. Друзья, я еще не закончила GEM, как предоставляю вам новую возможность. Я всегда говорю, что у нас сегодня мир возможностей, и если вы не готовы к этой возможности, то, естественно, возможность проходит мимо вас. И вот всегда многие говорят, вот у меня многие ребята заработали деньги, я говорю, друзья, не тратьте деньги, начинайте инвестировать в новую возможность, потому что все деньги, которые даются вам на сегодняшний день, лишь для того, чтобы развиваться, чтобы вы развивались и деньги развиваются, такой закон денег. Постоянно размножаться. Если человек это не понимает и их съедает, как картошку, как семя, да, и не садит свой урожай, то, естественно, он никогда не сможет пожать больших плодов. Так вот, посмотрите, что принесли акции на сегодняшний день нашим партнерам. Да, Сергей Самсонов 900 тысяч долларов, это буквально за 3 недели вообще работы. Это возросли акции GEM Technology, компании G-Network, 870 тысяч, Эдуард Витько, 690, это показания уже старые. Сегодня эти цифры еще возросли, друзья. И сегодня вы можете поучаствовать в защищенном краудфандинге, участвуя вообще в бизнесе, который называется GEM Technology, для того, чтобы зарабатывать очень хорошие деньги. С чего же нам нужно начать? Нужно всего лишь иметь компьютер, оплатить рендер-ферму. Она стоит всего лишь 699 долларов, которая приносит до 200% годовых. Я советую людям брать как минимум на все компьютеры по 2, потому что можно установить 2 штуки на один компьютер и уже сейчас получать хороший доход. Зарегистрироваться в системе Grand Union, пройти пошаговое обучение, чтобы уже пошел трафик людей. Просто проделайте определенные действия, и у вас пойдет поток людей. Оплатите программу и установите программу на свой компьютер и наслаждайтесь сразу же после оплатами уже первыми доходами. Ну и естественно доходы, которые ребята у нас получают вот за с рендеринга за 4 дня было заработано 3100 долларов. Это вот наш бэк-офис. Деньги выводятся у нас каждый день. То есть начисляются у нас каждый день. Никаких нету задержек. Уже 4-й год работает компания. Она работает с монополистами. То есть компания мониторит рынки и проверяет лучшие компании и заходит в нашу сеть. И многие люди не понимают, что говорят,
А может ли компания разориться? Я говорю, наша компания разориться не может. По одной причине, потому что она на рынке посредник. Компания G-Network ничего своего не производит. Она работает с производителями, которые предоставляют товары и услуги в нашей сети. И если какое-то направление с нашей компании уходит по какой-то причине, хотя еще одного, ни одного такого нет, только развивается. Благодаря компании G-Network, страховая компания Ренессанс в России вышла на первое место, друзья, за счет быстрого развития компании, благодаря компании G-Network. И многие такие компании сейчас хотят присоединиться в нашу сеть. И я вас еще буду радовать множественными источниками доходов. Ваша задача строить просто одну сеть и наслаждаться многочисленными источниками доходов. Но я вам хочу сказать такое правило. Сегодня, возможно, вас что-то осенило. Возможно, вам пришла какая-то идея. Но все действия, которые сейчас нужно сделать, вы отлагаете на завтра. И возьмите себе за правило, которое я взял в своей жизни. Соприкасаться с чем-то новым, новыми технологиями, книгами, людьми, окружением, страной. Поедьте в другой город, в другую страну. То есть посмотрите на детей. Они постоянно не могут сидеть на месте. У них нет депрессии, у них нет стресса. По одной причине, что они соприкасаются постоянно с чем-то новым. Поменяйте второе правило, поменяйте окружение. Не советуйтесь своими родными и близкими сейчас. Сломя голову, не неситесь, не рассказывайте о рендеринге, потому что на вас посмотрят как на сумасшедшего и скажут, что вы матюкаетесь, уйдите отсюда. И третье, самое главное, что вы однозначно забудете сегодня, что я говорил. Но сам факт, зная, что вы забудете, вселяет надежду, что вы сейчас что-то сделаете. Потому что только действия оставляют гвоздь к вашему результату. Ну и, естественно, смените свою парадигму. Я хотел провести такой небольшой тренинг, спросить у вас. Напишите, пожалуйста, что вы видите на этой картинке, кого вы видите. Каждый, кто сейчас смотрит, пожалуйста, посмотрите внимательно на эту картинку и напишите, что вы видите. Кто-то видит девушку, кто-то видит старушку и девушку, кто-то видит гордую даму, старушку, женщину, даму. Молодую девушку, женщина в меховом манто, кто-то сначала девушку, потом старушку. То есть я вам хочу сказать, у каждого из вас сформировалась своя парадигма. Кто-то смотрит на эту картину, видит старушку, да, по сути она тут и есть, а кто-то видит девушку, по сути она тоже тут есть. Но каждый из нас видит по-разному, да, кто-то женщину в мехах, кто-то старушку. То есть, ну здесь, если посмотреть внимательно, можно увидеть и девушку, и старушку. Но каждый, когда смотрит на эту картинку, у него сложилась своя парадигма, которую ни в какую он не может понять. И вот те, кто увидел девушку, им очень тяжело сейчас увидеть старушку. А те, кто увидели старушку, они не могут увидеть девушку. Почему? Потому что первое впечатление у них сложило определенную парадигму. Друзья, у нас у всех есть определенная парадигма. Сегодня то, что я сказал, я вам говорю, здесь девушка, а вы мне говорите обратная старушка. Но сам факт говорит о том, что если сегодня вы не имеете определенного дохода, то по сути вы и не имеете права возмущаться. Потому что очень тяжело сегодня поломать свои убеждения. Сам Роберт Киосаки, он не мог себе смириться с убеждениями своего отца. То есть он не мог даже идти в противоречь своего отца, потому что отец ему говорит, нужно получать высшее образование, идти на хорошую работу, а богатый его отец говорит, послушай, если ты хочешь стать богатым, не ходи в школу. То есть опять два разных убеждений, которые не позволяют нам сделать определенные поступки. Я вам сегодня говорю, оплатите продукт, купите себе доход, а другие люди говорят, я хочу найти себе работу. Но я всегда говорю, люди говорят, слушайте, а можно пойти в проект без денег? Я говорю, можно, но давайте зададим вопрос. Вы хотите, чтобы деньги работали на вас или вы на деньги?
Человек говорит, я хочу, чтобы деньги работали на меня. Так я говорю, тогда эти деньги, они будут работать на тебя. Оплати инвестиционный продукт и получи постоянный источник дохода. Но так как мы привыкли работать, то можно начать вообще по-другому. Ну и самая задача, это сменить свою парадигму, уйти от телевизора, от постоянного слушания, от постоянных этих вебинаров прослушивания, а перейти к действию, сделать такой так называемый прыжок в неизвестность. Друзья, это риск сегодня. Вам, конечно, естественно, возможно, страшно. А вот опять какой-то проект, опять потеряю деньги, опять что-то там не будет. Друзья, вы услышали полностью видение бизнеса, развитие бизнеса. Сделайте прыжок, наслаждайтесь свободой жизни, как тот орел, а не как та квочка, качка, которая постоянно недовольна и всем кричит. И радуйтесь своими победами, радуйтесь своими ежедневными доходами. Потому что весь мир уступит человеку дорогу, который знает, куда идет. Если у вас есть мечта, если вы знаете, куда идете, вы на правильном пути, вы в правильном месте. И как сказал царь Соломон, что не богатым достается богатство, не успешным достается, не проворным достается победа или там, да, а время и случаи для всех их есть. Друзья, неважно, сколько у вас сегодня высшего образования или сколько красных корочек, красных дипломов этих, от этого вообще не зависит ваша жизнь. Зависит только от того, умеете вы воспользоваться временем и случаем, в котором вы находитесь, и для того, чтобы получить результат. Если вы не воспользовались этим, то ни знание, ни ваш жизненный опыт ничего в жизни не поможет. Я когда уловил формулу успеха, что наш успех зависит только от действий, да, то начал искать возможности и время, где можно преуспеть. Итак, у нас 23 августа в Екатеринбурге первая всероссийская лига G-Network, которая проводится в отеле Atrium Palace. Это самый лучший отель 5 звезд, где вы будете проходить первую лидерскую школу, которая будет полностью изменить вашу жизнь. Прямо на лиге вы сможете продать свою старую жизнь и наслаждиться новой. Те люди, которые живут в этом ближайшем регионе, пожалуйста, не пропустите это событие. У нас сейчас во всех странах будут различные всероссийские и всеукраинские лиги. У нас прошла в Украине, сейчас в России. И вот под этой записью в презентации у нас будет различное расписание всех лиг, которые будут проходить у нас сейчас в ближайшее время. Не пропускайте, посетите это событие. Ну и естественно, секрет успеха, он прост. Это свои желания переведите к действию. Начните что-то делать и получайте потрясающий результат. На этом все. Спасибо большое, друзья. Я рад, что у вас присутствовало в эти выходные, ну, отпускные время столько, 117 человек на наших вебинарах. И я надеюсь, что у вас будет потрясающий результат, если вы будете действовать. Потому что эта возможность не для всех, а для людей, которые превращают свои знания в действие. И мы никого не учим. Мы даем практические действия, 100% пошаговый алгоритм, который нужно просто проделать и получить результат. Если вы сегодня не начнете это делать, результатов в жизни вам не видать. На этом все. Спасибо большое. Всех люблю, целую и жду на следующей школе, которая произойдет у нас в четверг. Закрытая школа по быстрому старту в бизнесе. Туда допускаются только партнеры. Спасибо. До новых встреч. Ждем вас на наших школах.